Марсело Санчес Сорондо, архиепископ Римской католической церкви, канцлер Папской академии наук. Вы говорили, что одна из основных задач Папской академии ⁇ содействовать развитию естественных наук. В то же время известно, что в течение нескольких столетий науки развивались без участия церкви. Какова, по вашему мнению, роль церкви в наши дни в плане содействия развитию естественных наук?

Уже But... I mean, само создание Папской Академии Наук служит доказательством положительного отношения церкви к науке. Но когда в церкви начались разделения, главным образом это касается католиков и протестантов, протестанты заявили папе, вы следуете разуму. Прежде They... это был разум Аристотеля, теперь разум Галилеи. You know, you... Но все равно это разум, а не is... писание.

несмотря на это академия продолжала существование но у нее уже стало гораздо меньше возможностей когда же в начале прошлого века Святой Престол понял, какого прогресса достигла наука, какие важнейшие результаты и подходы в вопросах о взаимосвязи природы и человека она сформулировала, папа Пи XI реформировал Академию, придав ей новый, гораздо более высокий статус, что имело огромное значение. Он призвал лучшие научные силы, назвав Академию научным сенатом церкви, очень смелое определение, и заявив, что она должна сыграть важнейшую роль в преподавании и религиозных доктрин. Разумеется, лишь тех, которые относятся к природным объектам и организму человека. Если сравнить, с кем церковь сотрудничает успешнее, с представителями естественных наук или гуманитарных. Mm -hmm. По-моему, и тут, и там сотрудничество идет весьма успешно, но церкви легче иметь дело с гуманитарными вопросами. Я считаю, что сейчас главное не просто сказать, что наука играет большую роль, хотя и это, конечно, важно. Главное для нас понять реальный вклад различных наук в познание человека. Сегодня у молодых людей, обучающихся в университетах, считается почетным заниматься наукой, потому что действительно имеется множество традиционных научных дисциплин, играющих большую роль. Но этим молодым людям необходимо иметь некую веру, которая гармонировала бы с научной истиной. В этом состоит одна из задач Академии ⁇ давать видение мира, основанное на истинах, которые мы получаем от естественных наук, от философии и от церкви. Реальный диалог. Means that both sides can speak, not only one. And if we, if we Настоящий диалог подразумевает, что высказываться dialogue, могут обе стороны, а не только одна. Не только профессорам so естественных наук есть что this... сказать церкви, yes. но и церкви научному миру. О чем самым важным может сказать церковь? Думаю, что в церкви есть много что сообщить ученым. Во-первых, обращаясь к ученому, мы говорим так ты очень нужный для общества человек. Мы должны осознать важность истории науки, отдать должное ее достижение. Мы говорим, ты сотрудник в Божьем деле. Второе, что надо сказать ученому: твоя истина подлинная, но не единственная Есть другие области знания, чьи ответы также следует принять например, философии, и, конечно, ответы на вопросы, которые ставят перед нами антропология, ответы на вопросы о Боге. Научный аппарат здесь не пригоден. Кроме того, есть еще и проблемы этики. Их обязательно надо учитывать. Этика ⁇ это наука о том, что составляет благо человека, о праве на счастье, на справедливость, на жизнь в обществе. Разумеется, научная истина тоже благо, и очень важное благо, но она не составляет всю полноту блага для человека. Поэтому наука должна существовать, чтобы принять в себя благо и содействовать справедливости. Поэтому справедливость и общее благо связаны с наукой. И крайне важно убедить в этом ученых. Тогда, например, станет ясно, что, например, открытие термоядерного синтеза должно быть направлено на то, что несет человеку благо, а не войну. И это относится ко всем значительным научным изобретениям и открытиям. В общем, признавая подлинность научных истин, надо понимать, что существует обширное пространство знаний, которому мы должны быть открыты. Надо только сказать «Будь открыт». Ты обладаешь важнейшими истинами, но эти истины не единственные. И еще сказать, твои истины должны быть подчинены благу людей и справедливости. К сожалению, у нас в России, в русской православной церкви, нет такого учреждения, как Папская академия наук. Если мы решим основать подобную академию, каких ошибок нам следует избегать и какой путь нам избрать? Прежде всего, надо понять, хотите ли вы вести диалог с людьми науки. Тут есть и исторические трудности, ведь церковь часто осуждала априорные, если можно так выразиться, науки, не понимая глубоко сути их достижений. Науки мы не изучали, нас это не интересовало. Да, исторический фактор очень важен. Например, церковь в конце концов признала идеи Галилеи, но признание это далось совсем нелегко. Поэтому, прежде всего, надо ясно понимать цель науки по отношению к истине, природной истине представить себя границы области научного познания и по достоинству оценить вклад науки. В этой связи мне представляется ценной одна простая богословская идея ⁇ истина в Боге. Но Бог проявляет эту истину в разных сферах познания, в том числе и в естественных науках. Есть еще и философия, и богословие, и вера, и они отличаются друг от друга. И наша задача — соединить их, но не путем смешивания, а через соотнесение, соотнесение пониманий. Поэтому Первая ошибка, которую мы многократно совершали, это непонимание другой истины, кроме истины откровения, нежелание открыться ей навстречу, ее понять. Иными словами, первая ошибка, которую мы можем совершить, это осуждение априорных наук. Это очень плохо, Потому что ученые тогда скажут о нас. Да эти люди просто не хотят ничего понимать. Все их идеи — только мифология. Вести диалог — значит уважать другого. При этом, конечно, надо, чтобы и другой уважал тебя. Но другой станет уважать тебя, если ты будешь уважать науку. В настоящий момент неуважение науки может оказаться серьезнейшей ошибкой. Нам важно уметь донести до людей, как мы ими дорожим. Меня, например, всегда восхищал папа Павел VI, который, обращаясь к ученым в своих посланиях, говорил, что перед ними стоит великая задача, что они сотрудники Бога, стремящиеся понять, что представляет собой Божье творение. И очень важно признать эту задачу, этот подход, эту истину Божью. В заключение, не могли бы вы сказать несколько слов студентам Московской духовной академии, самого крупного и старейшего учебного заведения нашей церкви, тем студентам, которых интересует сотрудничество и диалог между церковью и естественными науками? Мы считаем, что хотя естественные науки имеют атеистический характер, тот, кто обретает подлинное научное знание, становится открытым Богу. Я полагаю, что мы должны доверять науке по достоинству оценивать ее роль в современном мире. И мне радостно знать, что у молодого поколения нашей церкви такое же отношение, что они открыты для общения с наукой, так как понимают всю ее важность. Еще я думаю, что именно естественные науки внесли наибольший вклад в развитие современного мира. Вклад философии велик, но хотя я сам философ, скажу, что наука сделала для современного мира больше, чем философия. Поэтому я считаю, что вот эти ваши новые устремления, новые интересы, они, конечно, крайне важны для современного человечества. Это, если говорить в общем, обращаясь конкретно к вашей культуре, можно сказать, что у вас есть замечательная научная традиция, великая традиция, которая подарила миру множество научных достижений. Поэтому диалог между вашей церковью и вашими учеными был бы особенно ценен. Если вы хотите, чтобы ваши слова нашли отклик нового поколения, их надо выбирать так, чтобы они соответствовали, в той мере, в которой это возможно, идеям, которые свойственны вашим собеседникам. Думаю, именно так поступали отцы церкви в те времена, когда у нас была одна церковь. Gospel, uh, both, both the Возвещая благую весть, они шли как от откровения к разуму, к разуму так и от разума к, к откровению вспомним речь Павла в афинском ареопаге где он говорил: вы и ваши философы I, I правы I, I speak, и я возвещаю вам the, именно the, the этого the бога которого вы не знаете эти слова были обращены ко всем, кто его слушал. А потом Павел объяснил, что Бог создал мир и все, что в мире. Вы, конечно, помните эту прекрасную речь в Ариапаге именно так мы должны говорить и сегодня. Мы должны сказать: ваши выводы очень хороши, и они похожи на начало. Веры. Мы должны довериться этим выводам, признать их, а потом сказать: этот Бог. В сыне. У нас есть сын Божий, который and, and есть Христос. А затем мы должны объяснить, что такое спасение в мире, куда пришел Христос I, и как он возвещает новую жизнь в этом мире. Your are very in this task. Это, безусловно, одна из форм новой евангелизации, и, следовательно, она имеет прямое отношение к нашему диалогу, к нашей совести. Я действительно очень рад и всячески поддерживаю это начинание. Большое спасибо.